Несмотря на то, что рабочая неделя в этом году началась 9 января, для многих школьников зимние каникулы продолжаются до конца этой недели. Учащиеся из Чебоксара, Новочебоксарска, Саранска и Ульяновска решили провести их с пользой. С начала января на базе лагеря «Звездочка» проходит кампус молодежных инноваций «Цифровой акселератор». Проведение кампуса «Цифровой акселератор» – результат победы Чебоксарского детского технопарка «Кванториум» в грантовом конкурсе Минпросвещения Российской Федерации. Планируется, что в рамках нацпроекта образования сеть кампусов к 2024 году охватит более 150 тысяч молодых и перспективных людей по всей стране. В Чебоксарском же кампусе уже сейчас организованы лекционный зал, площадки для проектной работы, три лаборатории, интернет вещей, моделирование и хай-тек. Ребята совершенствуют имеющиеся программы и разрабатывают совершенно новые для нашего региона на проекты. Один из них – коворкинг – организация пространства, где любой желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. В создании нашего коворкинга мы учли предпочтения всех людей под их требования, поэтому там есть как и общие зоны, и индивидуальные зоны, где люди могут поработать сами в небольшой комнатке, и зоны для проведения каких-либо конференций. Также есть игровая зона, чтобы люди могли просто отдохнуть от рабочего процесса. Темы проектов самые разные. Все они разрабатываются для практического применения. Все проекты, которые реализуют здесь дети, они все решают проблемы в рамках умного города, смарт-сити. То есть это проблема нашего города или других городов. Допустим, как правильно оптимизировать транспортные потоки в городе. То есть наша смена предлагает решение таких насущных проблем нашего города. Этот кампус не первый в Чувашии. Пилотным проектом стал ЧУВГУГОЛ. А в этом году эстафету приняли ЧГПУ и Кванториум. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.